Продолжаем говорить о рабочем визите белорусской делегации в Иркутск. 7 декабря прошло 7-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Иркутской области. Основным вопросом встречи стало обсуждение плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами Иркутской области и Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2023-2025 годы. Документ подписали председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также было подписано соглашение об установлении партнерских отношений между селом Тургеневка в Баяндаевском районе и Мотальским сельским советом Ивановского района. Также в этот день губернатор края Игорь Кобзев вместе с председателем Брестского облсполкома Юрием Шулейко посетили Иркутскую областную детскую клиническую больницу. Повод прекрасный. Российские доктора начали оперировать с помощью роботизированной хирургической системы «Версиус». В этом году она поступила в медучреждение благодаря договоренностям с «Газпромом». Несколько месяцев врачи проходили обучение, тренировались, посещали операции своих коллег. И только после того, как полностью были уверены в своих силах, провели первое вмешательство. Оперировал сам главный врач больницы Юрий Козлов. Главврач рассказал об оказании высокотехнологичной медицинской помощи детям. Эта роботизированная хирургическая система действительно долгосрочная и важная покупка для детей не только Иркутского региона, а со всей Сибири и Дальнего Востока. По словам Юрия Козлова, роботизированная хирургическая система «Версиус» — революция, которая произошла не просто в детской хирургии, но и в медицине.